Всем привет! Привет! Сегодня мы бы хотели поговорить о тех замечательных, потрясающих, удивительных людях, которые нас окружают, хотим мы того или нет, но мы все равно этому рады. Хоть и не всегда. Ну, похоже, что мы хотим поговорить про полицию, но на самом деле мы хотим поговорить про женщин. Близится праздник, близится Международный женский день, и мы волей-неволей задумываемся о подарках. Да? Да. Ты уже придумал? Нет. Вот, но я что-нибудь придумаю. Время еще есть. Время куча, я успею. Как обычно. Как обычно, да, куча времени, вот я успею придумать что-то такое. Все, что происходит в этой жизни, оно происходит или для женщин, или из-за женщин. И из-за женщин в свое время мы вот собрались в творческое объединение «Колено». Из-за женщин мы в свое время делали ролевые игры всякие. Вот, и нет, это не то, о чем мы подумали. И это совсем не какие-то такие вот ужасные штуки. Мы не одевались в латекс, не были бы плетками, мы занимались... Нет, плетки были. Плетки были, но это... Я, кстати, плохо помню плетки. Я какие-то другие играл. Я вообще не помню, что где у нас была плетка. Все началось с того, что мы занимались... Участвовали, да, в вот всяких полевых, выездных, лесных, степных и болотных вот ролевых играх, где мы были всякими эльфами, орками, гномами. Я был гномом. Вова был гномом, вот, таким суровым гномом, гладко выбритым. Таким. Я брился топором. Брился топором, да, наносил пену большими вот этими штуками. Говорил всем, что это борода. Да, баловался, бегал бородой, мазал всех. Да. И вообще это все позволило нам встретить и познакомиться с массой интересных людей, с которыми... Среди которых были женщины. Вот мы сейчас так... Мы вернулись к женщинам. Среди которых были женщины. Вот. Женщины тоже интересные. Да. Кто бы что ни говорил. Женщины интересны, с ними интересны. Не так, конечно, интересно, как с мужчинами, вот, но тоже интересно. И вот одной из замечательных женщин, с которыми нам так было интересно, с которыми мы вместе начинали заниматься всем этим творчеством, это вот была Юля. Юля. Да. Привет, Юля! Юля, Юля, поставь нам лайк. Так, одинокий лайк. Он такой, сейчас появляется таким... Нет, с Юлей мы знакомы давно, но активное наше творческое общение началось вот именно тогда в лесу. Под кустом. У костра и под гитару. Юля... Очень творческий человек, очень креативный, она замечательная художница. У нее очень сексуальный мозг, вот так вот можно сказать. Сексуальный. Да, нам, в принципе, нравятся думающие женщины. Вот, когда женщина не думает, она... Это нам тоже надо. Это тоже надо. Юля, пожалуй, единственная причина, почему мы с ним до сих пор не переругались... Юля очень здорово умеет разрулить ситуацию и очень часто решает сложные вопросы. С Соней мы и познакомились, и не познакомились на аниме-пати в 2011 году. Это был 10-й год, по-моему. С памятью мы дружим хуже, чем с женщинами. Потому что мы уже старые. То есть с женщинами мы дружим, но уже не помним, зачем. Я же говорю, потому что с ними интересно. С ними есть о чем поговорить. Точно поговорить. Да, о чем же еще? Мне нравится ее слушать. Безгранично и без повода иной раз, что особенно классно, веселая. И это хорошо. Да, она заряжает своим позитивом окружающих, хотят они того или нет. Да, ей все равно вообще. Она чудесна совершенно на сцене, она прекрасна. Каким бы творческим проектом мы ни занимались, нам всегда хочется видеть там ее, потому что она всегда может привнести что-то свое интересное и классное и сделать это круто. Вот, короче, самый дикий респект. Ксюша с нами с самого начала, вот с того самого момента, когда мы решили, а давайте замутим творческое объединение. Угу. Она постоянно нас поддерживает в наших творческих начинаниях. Мы постоянно прибегаем к ее... Прибегаем. К совету и мудрому мнению. Она, Ксюша очень сильный человек. Она умеет по-новому взглянуть на вещи. Вот, и помогает тебе же взглянуть на... Освежить взгляд. Да, да. У Ксюши очень гибкий ум. Я считаю, что вот опять же пример, то есть очень умная, интересная женщина. Нам везет на умных женщин. Да, нам везет. Вот им на нас не свезло, вот вообще на коллектив нет. Достались дебилы, вот, а нам почему-то повезло. Она классная, она замечательно играет на сцене, она помогает нам с организацией мероприятий, она решает сложные вопросы. Вот, она замечательный игрок.
Вика Шевева символ... Так, все, символ это... нашего фестиваля. То есть, Вика, да, Вика символ. Вика символ нашего фестиваля. Вика очень творческий человек. И очень яркая личность. Да, создает классные, красивые и, конечно, очень вызывающие костюмы. Вызывающие что? Вызывающие что-то. Какие-то чувства. Чувства у мужчин. Вот, вызывающие чувства у мужчин костюмы. Мужчины смотрят, и у них вызывается чувство. Вика круто поет. Вот, да. Да, Вика крутая певица. И... На нее приятно не только смотреть, но и слушать. Слушать ее, вот, да. С ней приятно спорить. Когда ты споришь с ней, ты ее и слушаешь, и смотришь. Удобно. Вера появилась в коллективе чуть позже. Да, но тоже смогла проявить себя. Пусть пока немного, вот, но все же могла проявить себя как творческую личность. Она у нас оказалась прекрасной актрисой. Вот, номер вот этот вот 50 оттенков чего-то с фестиваля 15-го года. Я недавно пересматривал, как она бросалась на стол. Мне очень понравилось. Вера очень добрый и отзывчивый человек. Она всегда готова поддержать морально или каким-то делом. Очень помогала в подготовке к фестивалю. Да и с ней, в принципе, прикольно тусить. Она классная. Да, Вера да. Классная. Не менее яркий персонаж, очень... В соцсети мы ее знаем как Викторию Югославскую. Да, вот. Вике просто нравится страна Югославия. Мы постоянно расспрашиваем, как там. Как там в Югославии, вот, а она нам рассказывает, вот, как там именно в Югославии. Вика очень... Вика обладатель взрывного характера, то есть она очень темпераментная женщина. Вот, и при этом, при всем Вика креативна, занимается, учится она тоже на творческой специальности, и очень хорошо рисует, мне нравится ее музыкальный вкус, да, и вообще она замечательная и чудесная, нам нравится с ней работать, нравится проводить с ней время, не обязательно в контексте фестиваля. Еще один очень классный человек среди нас, это Ника. Ника. Наше общение с Никой началось еще до того, как она активно заинтересовалась фестивалем. Комплимент. Она очень серьезный косплеер. Крутой. Да, очень крутой косплеер. Ника талантливая, Ника творческая, Ника красивая, Ника делает крутые костюмы, Ника выступает, вот, и Ника поет. Именно вот она поет, она пела у нас в прошлом году последнюю песню на фестивале. Полина активно влилась в наш творческий коллектив в... Благодаря семейным связям. Да. Да, благодаря семейным связям да. Влилась в коллектив. Вот. Так бы мы, конечно, бы... Нет. Конечно, давай. Ну, сказать, вот, если бы не семейный, да ну. Да, скажи, девушка, ну что вы сам... Вы кто? Вы кто вообще? Активно влилась в нашу творческую и организационную деятельность в 2014 году. Был совершенно шикарный номер, где была русалка, которая могла вот так вот только лицом в тазике разговаривать. Полина потрясающе справилась с ролью. Да, это был просто такой актерский шикарный дебют. Вот, Полина классно косплеит, она очень позитивная, нам очень нравится с ней общаться и очень нравится заниматься с ней творческими проектами. Она чудесная. Еще она очень ответственная. Да, вот она ответственная. Вот ты безответственный. Я бывает. Ты безответственный, а Полина ответственная. Настя, ну, ее очень многие помнят по ее, как это, фурсьют называется, да? Костюм этот меховой. Сложный текст. Сложный текст. Вот она была такой большой лисой. Вот, маленькой лисой. Большой лисой. И она пищала в такую пипочку. Настя, пожалуй, самый молодой участник нашего коллектива творческого. Та самая смена поколений. Преемственность. Преемственность, да. Потому что мы с Владимиром Евгеньевичем уже очень старые. Вот. Песок вон. Песок, это я не подмел. Вот. Значит, песок из нас сыпется. Вот, и когда мы уже окончательно рассыпемся, да, вот. Настя придет и подметет. Настя придет и подметет, потому что она очень ответственная. Вот она скажет, ну что это, ребята, тут намусорили. И Полина ей поможет, потому что что? Полина ответственная. Полина ответственная, она поможет, они с Настей вместе подметят. Точно, да. Да. Настя очень классно рисует, масса творческих идей, планов. Мы рады, что она занимается всякими разными творческими штуками вместе с нами. Да. Ира.
С Ирой мы познакомились благодаря ее шикарному видео на Нойзи Ебровского, которое вот, участвовало в конкурсной программе, по-моему, 14 года. 14-го. Да, в 14-м году. Вот, ну, мы с корыстными целями, естественно, познакомились для того, чтобы в дальнейшем с ней сотрудничать именно по поводу записи видео. Да, технических каких-то моментов. Вот. Но, тем не менее, общение пошло и за рамки именно сотрудничества. Да, Ира очень приятный собеседник. Очень, очень интересный человек. Да, она классная. Нам очень нравится ее чувство стиля и, скажем так, вот ее такие визуально-аудиальные пристрастия, клипы, которые она делает. Они очень классные, стильные и интересные. Она очень терпеливый человек. Да, спокойный и уравновешенный. Да, вот именно такие люди нам нужны в нашем коллективе рядом. Дабы уравновешивать вот нашу шизоидность. Ира, спасибо тебе большое, что ты есть. Дорогие женщины, да. Товарищи женщины. Товарищи женщины, поздравляем вас с Международным женским днем. Днем. Вот, куда бы мы без вас? Куда бы, а вот как бы мы без вас бы вообще бы. Ой, нет. Нет. Вот, мы с вами лучше. Вот чем с вами, без вас. Да, без вас нет. Вообще нет. Ну не то. Вот как бы вот с вами. То? То, а без нет, вас... Нет, не то, блин. Мы вас очень любим. Всех. Да. Вот. Хорошо, что ты это сказал. Мило было. Я вас всех люблю. Вот, мы вас любим, и мы очень рады, что вы с нами. Та-дам! Спасибо. It's right, it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make.